На минувшей неделе гостем утреннего эфира на радио VBC стал Максим Резников, президент Федерации парашютного спорта Уссурийска и Приморского края. Уже почти 30 лет он занимается парашютным спортом и помогает другим приморцам одолеть свои страхи и испытать чувство свободного падения. Впервые Максим покорил небесную высоту в далеком 1994 году. Во время учебы в парашютной секции он отличался трудолюбием и упорством и за свои успехи попал в спецназ. Сейчас Максим – рекордсмен Сибири, Урала и Дальнего Востока, многократный призер дальневосточных и краевых соревнований по парашютному спорту в групповой акробатике. Спортсмен верит, покорить высоту может каждый. Все, что для этого нужно – это получить разрешение медиков, пройти инструктаж и найти в себе смелость сделать шаг вперед из самолета на высоте 900 метров. Стандартная высота для новичков. То есть... А вот вы сейчас сказали, что боится, не боится. А действительно могут отказать, видя, что человек излишне напуган? Конечно. То есть это тоже является препятствием к тому, чтобы совершить прыжок? Ну зачем человеку портить впечатление о парашютном спорте? Ведь мы хотим, чтобы люди от этого получали удовольствие, понимали, что это такое на самом деле, как это хорошо. Такая красотища прекрасная. Вообще. Тебе понравилось? Ага. За спиной Максима множество соревнований, побед и благодарностей, в том числе за работу с ребятами из детских домов и людьми с ограниченными возможностями. Почувствовать свободу в приморском небе может любой желающий, и Максим готов каждому показать край с высоты птичьего полета. Олег Завьялов, Татьяна Бондарева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.